9 сентября в Рио-де-Жанейро стартовали Паралимпийские игры. Украинские спортсмены традиционно сильны в таких соревнованиях. И это они начали доказывать с первых же дней начала игр. Наша паралимпийская сборная занимает уже третье место в общем зачете по количеству медалей. В первый день 7 бронзовых наград. Серебро на дистанции 100 метров брасом выиграл Денис Дубров. И золото у Евгения Богодайко за 100 метров на спине. Во второй день наши паралимпийцы набрали темп. 10-ю медаль серебряную выиграла Ольга Ковальчук в упражнении «Стрельба из пневматического пистолета на дистанции 40 метров». Одна золотая, 2 серебряных и 1 бронза в дзюдо. 1 золото в легкой атлетике. В плавании 4 золота, 2 серебра и 5 бронзовых наград. Это урожай за второй день. В третий день соревнований 15-х летних паралимпийских игр спортсмены завоевали для нашей страны 11 медалей, среди которых 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые. В четвертый день нашим спортсменам, которые выступали в 9 видах спорта, удалось завоевать 12 медалей, 6 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовые. В целом 49 наград, 18 золотых, 13 серебряных, 18 бронзовых. Мы на третьем месте после Китая и Великобритании. Самым ярким событием четвертого дня стал результат наших паралимпийцев на голубой дорожке Рио на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Весь пьедестал был украинским, все спортсмены – дебютанты. Дубров Денис, Крипак Максим и Ванзенко Дмитрий.